не попадает на высокие места. Удивительно, да? Ну, там сейчас поколение серьезное, конечно, в польском женском волейболе. Кстати, вот ты там называл результативность всякую, а ведь там в большинстве категорий Магдалена Стысик в этой лиге чемпионов. Да, да, лучшей подающей была. И одним из лучших, да. Закрыли игону, у нас тут события. Попала она в одинокие руки Рашич. Вот что значит опыт все-таки. Вот Рашич почему-то это место выбрала. На чистой сетке, вот выбор у нее был.